Глава Химок Дмитрий Волошин совершил свой традиционный обход территории городского округа. Первой точкой стала Химкинская областная больница. Сейчас ее готовят к массовому приему заболевших COVID-19. Хирургический корпус переделывают под инфекционное отделение. Дмитрий Волошин проверил, как ведут работы. Вопросы возникли по срокам. Уважительно отношусь к вам, к вашим рабочим, к вашему заработку. Но если вы будете нас подводить, я вас буду жестко штрафовать. Уже без предупреждений, без задавания таких вопросов. Реконструкцию обещают завершить к концу месяца. Она затронет все 7 этажей здания. В данный момент корпус освободили от пациентов, специалисты перешли на режим оказания экстренной помощи. Следующим пунктом проверки стала станция «Сходня». Глава поинтересовался, как проводят дезинфекцию мест общего пользования, соблюдают ли стандарты обработки. Специальным раствором протирают турникеты, кассовые аппараты, лавочки на станции. Также моют саму платформу, включая стены. То, к чему прикасаются люди, обрабатывается раз в 2 часа. Платформа убирается там три раза в сутки, получается. Также там помещение... А вот скамейки, это... Скамейки раз в 2 часа. То же самое биобагом, либо есть еще бриллиант, тоже дезинфицирующее средство. Финализировал свой объезд глава в многоквартирном доме номер 27А на улице Первомайской. По словам Дмитрия Волошина, управляющие организации регулярно отчитываются о дезинфекции. Но на деле все сложнее. Почти все тотально сегодня делают в каждом подъезде эту дезинфекцию. Но если посмотреть на обращения и сообщения, которые мне люди пишут, то не получается так. Как понять, вот обычному человеку она была, не было ее. Дезинфекция проходит в основном в первой половине дня. И если кто-то выходит из дома в 10 часов, в 12, они могут увидеть. Если кто-то выходит в 14-15, то не видно, была она, не была. На каждый адрес, который поступает в соцсети, направляют контрольную группу. Выясняется, что в большинстве домов обработку проводили, но встает вопрос качества такой уборки. Поэтому важная задача властей сейчас – обучение работников ЖКХ, как нужно мыть подъезды и контроль исполнения стандартов. Ксения Брагина, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.